Вот опять мы начинаем учебный год, подтверждая нашу традицию, многолетнюю традицию встречи в малом зале. И первое, что слышат наши новобранцы, первокурсники Московской консерватории, это звучание нашего камерного хора под управлением доцента Владимировича Соловьева и звучание гимна. На самом деле в этом году, казалось бы, все как обычно, и мы, прежде всего, конечно, радуемся возможности увидеть вас уже с посвежевшими лицами, уже сбросившими всю эту самую нервотрепку приемных экзаменов и настроившихся на счастливые 5 лет вашей консерваторской жизни. Вам повезло больше, чем другим, потому что вы начинаете свой путь именно в тот год, когда Московская консерватория будет отмечать свой великий юбилей, 150-летний юбилей. И поэтому сентябрь, конечно, это учебный месяц, но тем не менее он будет окрашен совершенно незабываемыми для всех нас событиями. Событиями празднования нашего юбилея. И мы очень долго готовили этот праздник и очень рады, что теперь и вы станете его участниками. Потому что уже целый сезон до юбилея был объявлен как подготовка к этой праздничной дате. И это означало, что мы хотели показать всем и самим еще раз порадоваться тому, что является Московской консерваторией сегодня. И этот сезон, который начинается, как всегда, в сентябре, он тоже будет продолжением вот этой демонстрации возможностей и достижений Московской консерватории. Естественно, что нам есть что показать. Это совершенно замечательные факультеты Московской консерватории, кафедры Московской консерватории, педагоги Московской консерватории. И, глядя на афишу, можно сразу увидеть, что она наполнена и кафедральными, и факультетскими, и фестивальными, и конкурсными программами. Все это наша жизнь. Все это жизнь Московской консерватории. Вступая вот на этот путь, я сразу хочу пожелать вам не только, конечно, выполнить все требования учебного процесса, это как бы, так сказать, даже не обсуждается, но не упустить вот эти возможности при общении к жизни консерватории. Здесь все взаимосвязано. Здесь, благодаря тому, как мудро изначально повел корабль консерватории Николай Григорьевич Рубинштейн, изначально было определено, что под одной крышей живут исполнители, композиторы, музыковеды, и они действительно занимаются одним общим делом, обогащая друг друга. То есть учиться нужно не только у профессоров, друг у друга. И чем дальше, тем очевиднее это будет. Но в этом году у Московской консерватории тоже открываются новые возможности, которые мы постарались подготовить к вашему появлению. Это, прежде всего, для тех, кто приехал издалека и уже сейчас поселился в нашем общежитии. Вы застали такой, можно сказать, перешеек между прошлым и будущим. Старое общежитие, в котором многие из здесь присутствующих педагогов сами когда-то жили, старое общежитие доживает последние месяцы. И уже стоит новый корпус, 15-этажный корпус, первый из трех, в который поэтапно будут переселяться наши студенты и аспиранты. Это позволит вдвое больше поместить туда тех ребят, которые очень в этом, естественно, заинтересованы, а самое главное – решить их проблемы занятий рядом со своим местом жизни. Там будет очень много репетиторий, там будет 2 зала новых, там будет бассейн, там будут комнаты, в которых могут остановиться на некоторое время родители, кто приехал издалека. Там будут жить профессора, приезжающие с мастер-классами, которые также обогащают вашу жизнь общением, профессиональным общением. Все это уже не только началось, а уже фактически находится в фарватере от всех прочих достижений. Ну и, конечно, концертные залы. Теперь уже все 4 концертных зала консерватории отреставрированы. Во всех течет концертная жизнь. И поэтому для вас, для студентов, естественно, будет предусмотрен
приоритетный доступ на все концерты, которые точно так же школа вашей жизни. Вот с этим мне очень хочется вас поздравить и сразу пригласить вас. Обратите на это внимание, это будет 12 сентября. 12 сентября днем в Большом зале Московской консерватории, на сцене Большого зала консерватории, вы увидите весь цвет сегодняшней профессуры консерваторской. Это будет открытое, расширенное заседание ученого совета. И там вы почувствуете, какое отношение сейчас к Московской консерватории не только внутри России, не только от органов государственной власти, которые там будут присутствовать, всего мира. Потому что к нам съезжается очень много гостей, очень много великих музыкантов, которые эти дни, это будут 4 дня, 12, 13, 14, 15, проведут вместе с нами, и жизнь консерватории будет окрашена совершенно особенной тона. Вот начнется это все 12 числа в Большом зале консерватории в час дня. Я прошу всех вас обязательно туда прийти. Это будет одно из тех незабываемых событий, которые вы потом будете с радостью вспоминать и рассказывать о другим. Ну, а сегодня с праздником вас, счастья вам, и не упускайте ни одного дня из этой счастливой студенческой поры. Слово нашему другу, всем известному политическому деятелю, председателю фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, но не только это я хочу назвать, а и сразу сказать члену попечительского совета Московской консерватории, человека, который очень давно и очень деятельно нам помогает, Сергею Михайловичу Миронову. Уважаемый Александр Ильич, дорогие друзья, с большим удовольствием поздравляю вас с Днем Знаний. Вы переступили порог уникального высшего учебного заведения. Такой консерватории, как Московская консерватория, больше нет нигде в мире. Во многих странах Европы консерватории намного старше, некоторым столетия, но то, что торжествуя, демонстрируя выпускники Московской консерватории во всем мире, это просто уникально. И здесь, в этих стенах, у ваших преподавателей, замечательных, уникальных, есть свой секрет, есть своя тайна звукоизвлечения. И вот это звукоизвлечение знаменито и известно во всем мире. От выпускников консерватории уверен, что в этой тайне тоже будете обладать. Александр Ильич сказал, что вам посчастливилось начинать первый курс, начало учебы накануне грандиозного юбилея, 150-летия со дня основания Московской консерватории. И вы знаете, ведь оглядываясь в прошлое, создание консерватории уникально, потому что создавали консерваторию не власти, это были музыканты, энтузиасты, поклонники музыки. И, конечно, можно сказать, ключевая, решающая роль была за выдающимся пианистом и дирижером, общественным деятелем Николаем Григорьевичем Рубинштейном. Вот так Александр Ильич сказал, что я имею честь возглавлять партию «Справедливая Россия». Я сам из Петербурга, и мне очень приятно, что офис нашей партии в Петербурге находится на улице Рубинштейна. Только эта улица названа так в честь старшего брата Николая Григорьевича, Антона Григорьевича, который основал Петербургскую консерваторию, по-моему, на 4 года раньше, чем Московскую. Я хочу пожелать вам творческих успехов. Вам действительно посчастливилось учиться в стенах уникального музыкального высшего учебного заведения. И я должен сказать, что горд тем, что являюсь членом учительского совета вашей консерватории, нашей консерватории. И у нас есть совместные проекты, два концертных сезона в стенах другого интересного учреждения, Геологического музея имени Владимира Ивановича Вернадского, попечительским советом, членом я тоже являюсь,
Там проходили уникальные концерты. Дело в том, что педагоги, сотрудники сделали уникальную коллекцию из 150 номеров, собрав детские музыкальные произведения, песни и иное, и причем авторами которых являлись и Петр Речиковский, и Александр Бахмут, и многие другие. И вот стена Геологического музея при поддержке нашей партии два концерта сезона звучали эти уникальные произведения. Я еще раз хочу поздравить вас с наступившим Днем Знаний, с началом учебы в этих стенах и пожелать вам успехов, счастья, удачи. И я не сомневаюсь, что пройдет совсем немного времени, и многие имена ваши будут звучать громко во всем мире, и вы будете прославлять музыкальные традиции России, будете прославлять нашу прекрасную родину, Российскую Федерацию. Праздник вам! Учредителем является Министерство культуры Российской Федерации, с которым мы очень полезно взаимодействуем. Естественно, очень многое из достижений консерватории достигнуто благодаря вот этому взаимодействию. Сегодня от имени Министерства вас будет приветствовать Анна Дмитриевна Григорьева, начальник отдела Департамента науки и образования. Я с всего сердца хотела бы вас поприветствовать от имени Министерства культуры и пожелать таких грандиозных успехов, которыми мы гордимся. Ежегодно проводится огромное количество творческих проектов. Во всех из них есть имя Московской консерватории. Огромное количество победителей всяких разных конкурсов, международных, всероссийских. И опять в каждом музыкальном конкурсе звучит наименование Московской государственной консерватории. Прославляйте это имя. Вам очень повезло учиться в выдающемся вузе. И я вас призываю к бережному отношению. К бережному отношению друг к другу. Потому что вся конкурентная среда, она должна только помогать вашему творческому азарту, вашему творческому интересу. Но вы должны любить друг друга, потому что вы становитесь огромной, огромной, на весь мир знаменитой музыкальной семьей. Я вам желаю бережного отношения к вашим изумительным педагогам, которые всю душу многие-многие годы отдают каждому из вас. Каждого из вас любят, каждым из вас гордятся. И огромного терпения вам, дорогие коллеги, и огромных успехов вам всем, этому замечательному учебному заведению. И позвольте, пожалуйста, прочитать телеграмму, направленную вам от имени Министерства культуры. Руководителям подведомственных культуры образовательных учреждений Московской государственной консерватории обращаюсь. Дорогие друзья, от имени Министерства культуры Российской Федерации поздравляю вас с Днем Знаний и началом учебного года. Сегодня развитие образования является приоритетной государственной задачей, что в конечном итоге создает условия для обеспечения отрасли культуры квалифицированными кадрами. В выполнении этой долгосрочной задачи мы во многом рассчитываем на вас, студенты 2016 года. Особое поздравление адресую первокурсникам, для которых этот праздник – символ новых возможностей, смелых планов и перспектив. Уверен, что служение интересам России, сохранение традиций отечественной культуры и ее духовных ценностей стало для вас главными жизненными ориентирами. Отдельные слова благодарности преподавателям, чей труд определяет успехи молодежи в профессии. Желаю всем творческих побед, благополучия, радости, крепкого здоровья и счастья. С праздником вас, с новым учебным годом! Первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Владимирович Аристарх. Радостного вам юбилейного года и успехов в творчестве во славу и на благо Отечества!